На канале «Домашний» состоится премьера мелодрамы «Подкидыш». Сюжет сериала расскажет, как известный столичный хирург-травматолог Андрей Донин никому не позволяет нарушать привычный уклад его состоявшейся и изысканно обставленной жизни. Даже для красавицы-невесты Риты не сделано исключение. Она должна выучить, из какой чашки Андрей пьет кофе и в каком порядке расставлены памятные совы у него на полке. Донину слегка за 50, но он отлично выглядит, строен, подтянут, бегает по утрам и не собирается стареть. Неожиданно, как настоящий подкидыш, подброшенный под дверь, в его размеренную жизнь врывается маленькая девочка Аля и переворачивает все с ног на голову. Своим появлением и детской непосредственностью Аля дает понять взрослому успешному врачу, что его жизнь, пусть и красивая, но не такая уж и правильная, не такая уж счастливая и много в ней не хватает. Главные роли в сериале исполнят Сергей Деньга, Евросиния Мельник, Ксения Мишина и Олеся Власова. Премьера четырехсерийного сериала состоится 24 февраля на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.